В Боливии полыхают лесные пожары. По данным властей, выгорело уже около 500 тысяч гектаров леса. На днях правительство страны предупредило, что риск возгорания на 70% территории департамента Санта-Крус чрезвычайно высокий. После важного расследования я поручил министру экономики задействовать Boeing 747 «Супертанк». Он поможет нам потушить пожары в Восточной Боливии. Десятки пожаров начались из-за выжигания полей под новые посадки. Боливийские фермеры всегда делают это в августе, но в этом году из-за засушливой погоды ситуация вышла из-под контроля. Экологические организации предупреждают, что под угрозой оказались более 500 видов местных животных, включая некоторых эндемиков. Сильно пострадали сухие леса Чикитана, где находится заповедник Тукавака. По некоторым данным, огонь уже распространился на границу с Парагваем. Леса горят также в соседней Бразилии. Нынешние пожары в Амазонии уже признаны рекордными.